могу я представить, что положить минуты? Это думаю, с этого отдела. Ага. Я отпустил время конкретно Сыдыкова. Вот Сыдыков из 16 человек у нас проходило 10 человек. Сыдыков не попал, у нас самый низкий рейтинг, 105 баллов. Но тем не менее, он же отписался в обращении этого, от первого обращения, и вы нам даете на этой карте. Как бы мы пришли просить вас, чтобы Извините, могу я представиться, подождите минуту. Это сотрудник этого отдела МВД. До 15 сентября сейчас у нас есть постановление Первомайского суда об ограничении проведения митинга на территории это площади. Митинг, это любого любой акции, пикетов, флешмоба и так далее. Хорошо, ладно. Я вас уведомляю. Вы что, меня провоцируете? Нет, я не провоцирую. А что вы тогда говорите? Вы представили сейчас этого журналиста. Вы представляете журналистом. Аня, а теперь уже 10-м отделом представляете. Вы услышали? Я не услышал.